Так, друзья, сегодня у нас третья часть прохождения метро Last Light Redux. Так что серии будут покороче чуть-чуть, не такие затяжные, это минут по 20. Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал. Так, это мы уже слышали. Нам сейчас здесь надо, короче, перебить вот этих вот. Просто их надо, чтобы было приятно смотреть. Следующая часть будет что-то поинтереснее. Ну, пока нашу пупку хорошую, дальше жестко. Или это жесткие здесь. Я там посмотрю, что ему. Вот эти вот. Так, если мы с ними не перестреливаемся, попробуем нырнуть под воду, что там получится у нас. Патрончики. Шевелился. Точно шевелился. Попробуем как-то по скрытности пробраться. Может, получится у нас это дело не с перестрелкой, потому что там нас убивает. Так, вверху. Thank you.
Кстати, его с прицелом самый жесткий там. Очень прикол. С лазерным прицелом, но там ребята вообще. Спрятался типа. Так. О! Теперь у меня такая штука есть, да. Офигеть! Крутая пушка у меня. С коллиматорным прицельчиком. И, кстати, она стреляет убойно. Ух, вот эта пушка, надо только проходить. Так. Блин, броню жалко, нужно взять, да? Тут удочки еще рыбу ловят, что ли? Я сдаюсь! Сдаюсь я! Да, я понял, сдаюсь. Выхожу и сдаюсь! Уже не рад открыли. Так. Так. Вот она растяжкой стоит. И как мне ее пройти? Так. Охренеть. То, что по-другому тут бы не получилось бы. Так. И куда нам далее? Мы сохранились. Все, мы сохранились. Ну, этот момент можно было пройти за 2-3 раза, блин, все. Уходим! Скорее, сейчас это начнется! Мы побежали. Ой-ой-ой-ой. Пушку мне мою верни. Мы прошли какую-то... Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полюсу. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тут потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Что могу сказать? Тиран довольно-таки... Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Читал мушкетеров. ФПС что-то просело, но это скорее всего за движка.
тут нету ничего. Ой, ля, мухи какие прикольные, кстати. Да я и так уже впереди тебя, друг мой. Да что там сесть? Там ничего такого нету. Вот просто дальше куда идти? Если тут тупичочек. Вот в чем прикол. Завал! Похоже, рубили туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Так, сквозняком. Артём, помоги открыть! Ну вот так вот. Это и делается. Что-то он не открывает совсем. Открывал я, походу. Один нам. А паутины-то шагу не ступить. Ой, какие пауки. Эта мерзка такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Ну, пошли. Черт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. Да ладно. Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Не открывай. Да, заковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Ну, а где пауки? А это он все-таки должен был сделать, да? Есть! Генератор в порядке! Чисто! Прошу, покатаемся! Ну как рейнджеры, в принципе. Сейчас дохожу в эту угловую и ролик на это не отмонтирую. И все. Чтоб по чуть-чуть было. Какого? Что с ним? Почему встал? Хранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Так, наверное, все-таки их надо жечь. Так, я не думаю, что у меня слишком дохера патрончиков. Так, сюда! Фонарик. Фонарик все-таки нет, его моя часть. Мост! Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Так. Соковато. Ну что нам дальше делать, друг мой? Двинули! Куда? Снова они!
Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Нормально, сгодится. Ух ты. Давай сюда, подсоби. Да не стреляй, фонариком его. Не стреляй фонариком. Давай, 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 давай. Опа! Оп! Ну. Да я понял уже, что стрелять пока брюхо видно. Давай, я подсажу! Они внутри! Артём, руку! Скорее, ноги в руки! Сюда! Интересная игра. Артём, ты цел? Давай, давай, надо уходить! Давай, 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 давай. Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут. Так, тут что у нас? Это ничего. Так, теперь надо выбраться отсюда, да? Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганим! Раз, два, три, ёлочка, Гэри! Ну и... Ладно, двинули! И куда? А, он тут выжигает, всё, понял. Мы бы так бы не прошли. Чёрт! Артём, не отходи от меня! И так я тебя прикрываю, братан. Давай, пшел, пшел! Опа. Что это за жуки такие странные? Вроде паук. Вроде паука, вроде нет. Непонятная херня. Ну, скажем так, вечером я буду играть довольно-таки не очень комфортно. Или кто слишком впечатлительный? Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вот туда ведут! Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится, что дверь откроется. Опа, о, отвисли. Не знаю, что это было. Про лагунчиков я. Так, тут что у нас? Херня там какая-то. Ага. Все-таки надо идти вот сюда.
Ух ты! Так, у меня в том-то дело, что патронов нету. Вот в чем прикол. Вот в чем прикол. У меня нету патронов. У меня остались патроны только на... Так, надеюсь, тут то выйти. Можем вот так, мы сохранились. И опять же будет куча целая, почему-то что-то мне подсказывает, а? О, талант не пробьешь, молочага! Готов? Первый пошел! Ну давай. Патрончиками где-нибудь бы разжиться. За мной! Все, в принципе, мы тут что-то сделали. Все, на этом серии я... Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Садись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато. Да ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал тут такое воздухе, и пули не спасают. Так, я нашел что-то, я увидел. Ты, конечно, стрелянный воробей. От таких переделок еще я не было. Так что, так. Помни, если хочешь жить... Патронов нет у нас. Ух ты, какое солнышко-то. Солнышко жесткое. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Охереть. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Блин, да. Точно. Артём, ты когда последний раз под дождём был? Так, нам надо быстрее прорваться. Вон и переход, давай туда. Пошли. Это был этот подземка старый. Пипец. Сейчас мы, короче, задача моя пройти. Так. Противогаз сменить. Это протереть. Ой, не-не-не. А ну-ка. Настройки. Управление. Клавиатура.
Инвентарь. Зажигалка, журнал, аптечка, ПНВ. Противогаз джин. ПНВН. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Какое служебное помещение? Где? Еще одна пушечка, да. Так, это классная пушка. Я не спорю, но... Аптечку мне... Еще и все. Жутковато. Что случилось? Ты в крови весь. А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Артем, стой, пригнись. Стражи. Огромная стая. Видно, от бури бегут. Ох, чую, будет дело. Если заметят нас, разорвут как пить. Что нам делать, друг мой сердечный? Фух, пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошли. Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Дождись после апокалипсиса. Но мы сейчас доберемся. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артем, что это было? Да я же такой знаю, что это было, друг мой. Живые, смотри, они живые! Так, тихо. Включаем фонарик. Так, куда дальше? Ну вот они летели. Что там это все? Что такое? Еще что? Черт! Питания нет, двигатель заглох. Домодедово, борт 767. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Черт! Нет уже диспетчерская. Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. А, это ядерная война. Да что же там творится? Руки себя возьми. Город весь горит, он трындец, все. Он вообще полностью...